Святослав и Вещий Олег одно лицо. Вот. Вещий Олег, вот. Олег это вообще тоже не имя. Это Вещий, понятно, это прозвище. А Олег это обозначение служителя. У нас вот Олух Царя Небесного сохранилось выражение. Олух это служитель. Точно так же Ольга это дорога служителя. Олег это тоже дорога служителя. Поэтому Вещий Олег – это не имя, это имя Святослава, то есть прозвище Святослава Храброго. Хотя многие думают, что это не так, но это все так. У нас нет 11 века. У нас рай был разрушен в 16 веке на земле. До этого у нас был рай всегда. Вот книжка, вернее, книга, говорю, фильм, этот... как его. Да. Вот. Это же реальность. И, кстати говоря, это да, Эйзенхауэру подарили этот, ну, такая голографическая приставочка, которая там заводишь фильмы разные. Вот они в пространстве все это проигрываются. Он показал это, ну, когда вышла секретность, это же было все секретно, показал этому режиссеру. Вот он поставил этот фильм. Ну, там мы говорили, что это 10 тысяч лет назад было, якобы. Вот. Но это тоже лапша. Это все было 500 лет назад.